Бойцам специальной военной операции, восстанавливающим здоровье после ранений в реабилитационном центре города Горячий Ключ, передали новогодние подарки от администрации района и поселений, а также образовательных организаций муниципалитета. Это индивидуальные сладкие подарки и средства личной гигиены, постельное белье, фрукты, пироги и трогательные письма от школьников с пожеланиями скорейшего выздоровления и новогодними поздравлениями.